вот и машина года. Даже не дня. Когда она загружена, загружена очень плотно. Ну блин, киданули меня, придется пешком идти. Какие-то есть, проскочили. Не останавливаются. Сейчас попробую тормознуть. Проскочили опять. Блин, никто не останавливается, наверное. Последний шанс у меня остался. Последний шанс. Может, это заберет хоть. Блин, не торможу, сколько машин проехало, никто не останавливается. Где ручка? Ты что, дурак, я так убьюсь. Ну, поехали. Да, давай. Не, медленно едь, тут скользко. Так, куда-то меня поставили на какой-то порог. Ёханый бабай, стой. Порог скользкий. Сколько градусов? Красный градус. Ого, тут что-то снимают какие-то люди меня. Осторожно, ветки, блин. Минус 47 по ощущениям. Спасибо, эти, градусник. Эти люди, осторожно, морду не поцарапай мне. Ёханый бабай. Слышь, махал, махал всем, никто не остановился, уехали. Ни Lexus, ни Range Rover. Приходится вот так на попутках добираться. Нормально. На собаках. Слышь, говорит, на поляне подождем всех, блин. Скажи им, что подождали, зверюги, блин, холодно. 40 километров где-то. Блин, патрул. Как я люблю эту машину, вообще я вам не могу передать просто. Что-то морда потеет, блин, хрены не закладывай, падаю, елки, руку сводит уже, я на одной руке вешу. Осторожно, блин! Идем. А, уже правый бицепс, как у Шварценеггера уже, блин, левый дистрофик, блин. Елки-палки. Осторожно, вот они все ждут на какой-то поляне, блин, осторожно, упаду сейчас. Упал, собаки. Сбросили такие, у тебя арка поржавела. Это тебе за всю херню, что ты снимаешь. Ой. Подожди, телефон есть. Блин, не остановились меня забрать. Сейчас спросим, почему. Так. Вот, Lexus не остановился. У вас бы остановился, наверное. Так, ну, начался дрифт. На серьезное 4.8 бензин патрол. Я понял, кто я ехал. Весит. Весит как 14 самураев. Ого! Ну так тут непросто. 37-я Трипадора, я напомню. Где? Какое-то мне готовят место. Витя говорит, готовят мне место. Ну давай. Паша, дай компрессор, Паша.
Готовят место. Пацаны, у кого компрессор есть под рукой? Компрессор! Елик пошел. Сложнее тут уже стало. И едет. По целине сложнее тут. Раскатывать надо вперед-назад потихоньку. Ровно руль! И в натяжку. Едет. Увидел? Да, я так работаю. Тоже ты так делаешь? Да. Так, это готовят мне какое-то рабочее место. Давай. Сейчас накачают, сказали. Наконец-то. Какое-то интересное транспортное средство. Вот сюда задница, и вот тут держишься руками. Так оно потянет меня? Это под мой вес? Конечно. Мне кажется, это какая-то малолитражка сильно. Мне кажется, это для Верочки. Это для Верочки, блин. Ничего, ничего. 0,4 объем, блин. Так а за рейндж-ровером будем меня оцеплять? Я думаю, да, потому что у вас УАЗик может застрять. Проходимости хочется. Ты как УАЗик идет, скажи? А? Как идет УАЗик? Много недоработок. Да? Мост не, бьет проходимость. Обраму задний постоянно. Забыли, хрустит раздатка очень сильно. Но зато вид, если даже здесь его бросить, люди будут приезжать сюда и фотографироваться. Ну если да, здесь... и сдавать на... едешь, и разбирать на металлолом. Не, ну мотор, мотор работает четко, конечно. Так, я в серьезную машину тут попал, и вы даже не можете себе представить, как она называется. Режь, режь, обгоняй! Сейчас обрежем. Вправо можно. А, ну его все... Все, приехал. Не матюхайтесь. Тихо. Сломалась или что? Уже друга застрял. А что, туда тянуть? Давай, обходи. А застряла просто? Сейчас застрял, что поломался. Слава богу, что-то колобок свою Ниву не взял. Да не, у него Нива. Едет? Ты что, я монтировал, я ж забыл тот момент, что в горку только гелик заехал и Рубикон. Нива. И Нива, блин, я охренел просто. Ниву ты не снял. Снял. А что-то ну, он правее заехал, ты. Ну не важно, все равно там. Как правее? Я по тесами траектории. Да, да, по траектории. По грани. Что там, тянут уже, да? Нивы задние колеса. Три. Не крутятся? Что? Он просто не едет. Цепляй к гелику, он такой скорости никогда не видел. Подъезжай, подожди, он его не потянет, Жека. Жека его не потянет. Подъезжай, цепляй. Сейчас будет экшен. А сзади будет его видно? Где стеклоподъемник? Давай, до нас цепляй. А что такое? Не надо, я проводами подключу. А, завестись. Я знаю, где аккумуляторы продают, Ромыч. Недалеко. Ну все, поехали, заведется. Аккумулятор хороший, вентилятор мощный. Не, если был хороший, то вентилятор мощный не был. В УАЗе целый день вентилятор и ничего. О, подъехал кто-то. Так, тихо, тихо, тихо. Йо, ханный бабай. А тут как у Ази, хоть крыша выше радует. Слышь, вот это меня бросает, блин, по разным машинам сегодня. Слышишь это? Стою на той горе, голосую, чтобы кто-то подвез. Раз, одна проехала машина, вторая. И последняя только забрала на подножку и то. Слышишь, я упал, есть снег. Думал, что все уже. Так, что? Режь через, или нельзя царапать, а царапать можно. Же нельзя. У нас все можно. Так давай влево. Давай же пенька не словить. Да, да, пенька, блин. Я вчера поймал. И что? Нормально. Пенек сломался? Пенек сломался. Елик целый, да? Ну,
гелик. А тут мосты так усиленные, что дай боже. А кто усиливал? Ты конструктор? Не, усиливал есть такой Виктор Сухачева. Сухоруков? Нет. Другой? Эти Викторы, слышь, я сколько знаю, один опаснее другого, да? Одни Вити. Да, да, очень опасные Вити. Антоны, вот они побезопаснее, то я знаю, да, тоже Антонов много. Антоны? Да. Не, ну они такие более уравновешенные, чем Викторы, конечно. Ну, не всегда. Иногда бывает, если, конечно. Если выпивает, то ездит. Спокойно. Равновесие теряется. Теряется на раз-два. И задом, и передом ездит. И полный привод. Я вот это знаю. Руслана подстрекателя. Говорит, режь слева, да? Прыгай справа. Не, ну блин, рейд был четкий в прошлый раз. Так, этот, а кто ж маршрут проложил? Этот какой-то томный такой, да, немного? Да нормально. Нормально. Сейчас доедем до полей, да, там будет а лучше. Потом, а потом на Ржищем через, фарватер, да. Через фарватер, да, да. Да, и круглик на записку. Там есть Лысая гора, надо будет на Лысую гору выехать. Был ты там? Руслан? Нет. Лысая это гора? Там, где черт вот этот с Лысой горы, там, где, про которого стоит. Говорят все время. Нет, крест стоит. Так Лысый гор много. Да? Надо подождать. А сзади едет кто-то, нет? Чтоб не потерялись. Тут поворот. Есть. Блин, как он едет. А сколько лошадей тут в 8? 500. Да не, ну что ты рассказываешь? 500. Да какие 500? Тут же две турбины стоят. Здесь? 5 битурбо. Да что ты рассказываешь? А ну открой капот, покажи, я не верю. А он открывается. Это обычный 500 или нет? Что, так ехать будет? Я не знаю. Ну а что 500 и так не едет? Мы просто капот не открываем, потому что у нас своя конструкция. Он не открывается. Да. Мы масло с бензином. Как в бумере? Проносятся дни, секунды, часы, пролетают недели. И на выходных мы мчимся скорее прочь из домов. Мы мчимся туда, где нет дорог, где сосны и ели. Где нет толчии и суеты ваших городов. Что еще ты штурмана за Макдональдс купил, а? Это он меня подкупил, чтобы я его взял. Он живет под лосам, мне не дает. А кто у него штурман? А ну покажи. А ну проедь, проедь. А высадите вот этого. Ого! Вот слышишь, все время машины меняет этот штурман, блин. Да, да, опасно. Говорят, этот Леня говорил, что он какой-то, блин, непортовый. Да? Да, да. С тобой лебедка, хайджеки, тросы и много других причиндал. И пусть нам завидуют те, кто ни разу трофи лайф не познал. Нет, 300. Ну, а у нас всего лишь 50. Да? А ну нажми. А мы на подержанной еще? С кредитами банков. А есть только друг, просто подержанная пара стоит. Все, да? Да. Одни вы? А чего? Если мы повышенной поставим, там горы. Опять лес не жалко. Сзади есть кто-то, никого не видно. Пехота и танки. Мы на джипах проложим, будь уверен, любую тропу. Отрываемся по выходным. От приключений, дороги, увлечения и
познал. А вечером поздним у костра соберется колонна. Расскажем друг другу, как воевали вроде болот. О том, как сражались целый день, супротив бурелома. Вот такая банда у нас сегодня. Что, тяжелый, да? И это еще не все. Колонна там дальше. И тут еще две машинки. А на следующий день нас трофи лайф опять позовет. На покатушках, на покатушках отрываемся по выходным. А за приключений, дороги, влечения и даже почти что не спим. Познал. Что ж ты, фраер, сдал назад, сдал назад. Не по масти выпал трек, ты не жамкой по газам. Бам-бам-бам, на болоте это грех. Помню, как ты подошел, подошел. Как сверкали номера заграничный солидон. Бам-бам-бам, и крутые багера. Я решила, ты призер, ой, призер. Ну, как минимум чер, а как вышли на ковер. Бам-бам-бам, пообтерся интерьер, и не едут багера. Багера, если топишь дуру в пол, а лесная мошкара. Бам-бам-бам, пострашнее диких пчел, из-под вейдерсов залям. Ой, залям, точно так же льется пот, и лишь редким мастерам. Бам-бам-бам, улыбнется дух болот. А когда ты утопил, утопил свой навехонький планшет, то удила закусил. Бам-бам-бам, все хана, тушите свет, и на финише стонал. Ой, стонал, мол, нечестная игра, только гоночный финал. Бам-бам-бам, не решают багера. Провожала лишь луна, лишь луна. Ты уехал без призов. Ведь лесная глубина вам-бам не прощает фраеров. Так а Кузьмук был на этой крыше, нет? Да. Был, да? Нет. Не был? Если бы он был, то... Министр обороны. А, министр обороны. Так, куда-то мы идем на какую-то крышу. Польский министр обороны идет. Польский идет. Смотри, аккуратно могу стрелять. Да? Не провалится на крыше, бля. Это же завтра так не валю.
А что, можно кататься тут? Да. Смотрите, мы поедем по газу сейчас. Сейчас, внимание, Крис. Они тебя все знают, меня не знают. Я его не знаю. Вот там окопы. Вот там где... Да, вот все. Дольче Габбана в польской армии трусы или нет? Да, сзади коричневые, впереди желтые, чтобы ты понимал. Так, типа? Кто коричневый, сзади, чтобы не перепутать. А знаешь, ты сам... Расскажи что-то про польскую армию. Я тебе уже говорю. А ты знаешь, нормальные трусы нужно 4 дня носить. Сначала так, потом разворачивается вперед-назад, а потом еще на выворот. Два раза, да? Два раза. Все, ребята, подходим здесь! Про презерватив. Ребята! Здание старое. Подходим! Рядом лучше не стоять, да? Не прыгай, Посмотри, дурачок, что делает. Ребята! Давайте первое, сделаем все фото, но без машин. Второе. С машинами. Кто будет кататься сейчас по сугробам? Кто хочет? Я начиню чужой машины. Я на разумание. Нет, будешь? Давай. Нет, во мне два. Давай, что? Нет, если кто-то нас снимет вдвоем, ты на мне, потом я на тебе, это будет лучшее видео, я думаю. Если вы со своей машиной воткнули, ты фоткаемся сверху мне. Хорошо. А потом смотри. Алло. Послушайте внимательно. Если будете спускаться, просили обратить внимание. Торчат палки. Антон. Слышишь? Антон. Торчат палки. Ребят, кто из маньяков хочет там проверить себя? Один только вон стоит. И то пешком. Снимайте его, снимайте. Сейчас, секунду. Здесь есть окопы. Тихо, ребята. Тихо, тихо. Бросьте его. Спасибо. Есть колючая проволока. Колючая проволока ровно в тех местах показываю, где есть колышки. Раз, два, одностоящий колышек. Три. Вот там два кошки. Да, банда растет на глазах. Это красиво сегодня у нас. Давай, становись. А ну давай, еще раз сделай этот. Наекот. Подожди, а вот четвертый подошел. Подходите, не стесняйтесь. Подходите все, давайте. Страшные лица делайте. Второй ряд, давай, второй ряд. Давай, подходите. Плотней. Третий ряд наверх. Блин, кто-то пробежал, видели? Сиськи! Подожди, еще люди подошли. Где дубль? Поднимите мне ноги! Есть! А перед машиной ты долго будешь фоткать? Да, вот такой полигон девички. Круто! Вообще, зима жесткая. У кого нет машины, на лестницу можно встать. Ух, и холодина метет. Просто жестяк. А, Саня, становись, я тебя тоже сфотографирую. А у него там камерка. Да я знаю, что они. Ну, может, чуть лучше, я не знаю. Ну, чуть лучше, ну. Ёханы, что-то слабо, пацаны, давай. Ёханы, ух ты шо, ух, жесткие ребята, давай, пока Витя ближе всех. Телефонами давай. Сверху, ну, давай я на тебя залезу. А я перебежками буду уходить в лес.